Ну, Дед Мороз. Так, ну что, давайте посмотрим, что наш Николай принес до бабушки. Покажи. Это такая типа свинка Пеппа. Мой любимый Дед Мороз, мой любимый бионтик. Посмотрите, какой у него. Всем привет, вы на канале Камила Каролина. Сегодня день Николая. Какого Николая? Святого Николая. Святого Николая, мы пришли. До бабушки, до бабушки приехали. Дедушки, тут были такие подарки. Да, и Святой Николай не только нам домой принес, да? А подарки? Еще в садик принес. А что в садик принес? Дед Мороз. Покажи. Вот только откусанный. Ты ему уже голову откусила? Да. Дай попробовать. Вот такой Дед Мороз. Безголовый Дед Мороз. Это у всех детей был такой. А у нас у всех конфеты были большие. Это шоколадка. Каролин. Вкусный. Вкусный Дед Мороз. Так, ну что, давайте посмотрим, что наш Николай принес до бабушки. Покажи. Это такая типа свинка Пеппа. Мой любимый Дед Мороз, мой любимый бионтик. Посмотрите, какой у него носик, как у хрюшки. Вот мой миньончик. Это не миньон. Миньон. Вот это миньон. Не поняла, подожди. Да. Еще киндер, да? Еще один киндер? Нет, это киндер. Это огромный. Киндер. Вот там. О, смотри, такой веселый. Это там у тебя был в коробочке этот киндер? Да. Это киндер. Я... Королюш, вот этот киндер... Киндерини лежал в коробочке, да, у тебя? Да. Теперь у нас два киндерини будет? Да. А ну покажи. Ну, огромное. Вот это. Тебе сколько? Вот такое огромное яйцо. Это такое же. Видимо, у бабушки вы вели себя лучше, чем дома. Дедушка к нам подглядывает. Да. Мама, помоги открыть. Прям с большого будем? Да. А не жалко вам такое огромное яйцо? Не, я хочу вот этого первого. Я хлопки хочу первую. Там больше... Я хочу хлопки первую. На. Это мой любимый. Сама хотела. Маленькие яйца. Маленькие. О, покажи, какие классные яички здесь. А это что? Это ж ведь намного прикольнее, чем, да? Обычно, да. Шипучка. Я пожала шипучка. Нема, вот этих как больших шоколадов. Не могу открыть. Тебе помочь? Да. Ой, какие-то яички. А в них, интересно, есть подарки. Каролин, что, можно открывать одно яичко и пробовать? У меня... Да. Можно? Да.
У меня красный, два. И у меня красный. Нет, у тебя одна розовая, и две красных. Да, у тебя оранжевая, у меня красная. Смотри, мам, у меня оранжевая, у меня красная. Маму сейчас интересует больше всего вот это яичко. Кормился кис. Которое мама сейчас будет дегустировать. Осанки. Я тоже интересую. Это бабушка подглядывает. Бабушка подглядывает. То дедушка, то бабушка. Все подглядывают. Угу. Тут папа. Папа. Что с шоколадом? Смотри. Шоколад здесь кофейный. Честно скажу, мне больше понравился шоколад Дед Морозе. Здесь он какой-то масляный. Это масло. Да, он был даже укусить. Так, показывайте своих. Я могу укусить. Закажешь. Это моя мышка. Малыш. Машинка. Не могу укусить. Мам, все, сейчас. Ну, насыпь мне в руку. Да, все. Он высыпается, Сейчас. Что там дальше? Следующее открываем. Дитя еще джоза. Каролин, дай попробуй шипучку. Она, я не могу открыть. Во, открыл. Я теперь хочу вот это открыть. Может, вы слышите слабо? Мама, чуть в это праздник уронила. Как оно хрустит. А у меня один пакетик. Каролин, открывай следующее яичко. Я попробовала второе. О, у нас разные с Каролиной, с Бобой. Смотри, у мой вот такой, а у Каролины такой. А у меня другая Hello Kitty давно была. Она розовая, бабушка мне покупала розовую. Вкусно? Угу. Я не могу. Камил, открываем Спанч Боба. Это мой? Нет, это мой. Это мой Боба. Покажи твоего Спанч Боба. Ну, вот. Давайте, девчонки, открываем. Я не могу открыть. Я хотела Hello Kitty первую. Я люблю Hello Kitty. Нет. Держи. В другом видео показываю, какой-то обычный шоколад с шариками. Украиночка, а ты что такая красивая? Там Посмотри. Была, там вышиванка была в садике. Праздник вышиванки? У нас тоже был. Там еще у меня был праздник, там все там... Праздник вышиванки у вас был? Да. У нас нет, мы рассказывали. У нас был праздник. Нас даже снимали. Но не открывается. Помоги. Может, там шоколад или нет? Mm-hmm. Там шоколад. Шоколад? Mm-hmm. Я думаю, это папе можно дать, да? Вы такой не едите, а папа такой любит. Папа, будешь? Я тоже это люблю. Папа, лови. Опа! Опа! Там ты не могу спросить это. Придавила. Все придавила. Открыла.
лопатами малого корабль какой-то. Делал корабль на колесиках. Мне тоже корабль. Папа, тебе ложечка надо? Мне тоже ложечка. Дайте папе ложечку скорее. Мне такой же кораблик. И вот это вот, на папе отнеси, королюшка. Папа, сегодня день Николая, это его праздник, он у нас Николаевич. Папу поздравляем. Камила, давно мне попадался такой кораблик. Королюшка, глянь, а сегодня у тебя попался дракон. Какой? Угу. Мне кораблик попался. Кораблик у меня, как его называют? Это скутер. Да, это скутер для Барби, для твоих, да? Маленьких. Да, у меня кораблик попадался из Hello Kitty другой. Так, открываем следующий. Ой, мама уже зевает. И сразу. А нам же еще сегодня снимать Bean Boozle. Нам сегодня Святой Николай принес Bean Boozle. Обязательно посмотрите наше следующее видео. Мы будем вот сколько Bean Boozle пробовать. Мама, смотри. Помоги, мам. Крутилась. Блин, оно тут не будет крутиться. Чем оно крутится? Подойди, папа тебе откроет. Надо кусать ложку. Камила, это можно папе отдавать? Да. Папа, лови. Папа у нас любитель сладкого. Королюшка, давай скорее, что там у нас? Каролин, дай папа тебе откроет. Что там? Машинка. Это на меня не подходит. Да, у меня уже. Мы все открыли, да? Я одна красная сегодня. Ну что, девчонки, будем говорить всем пока-пока. Да, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Камила и Каролина на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Нажмите на красную кнопочку, на колокольчик. С вами. Нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Тогда вы увидите, что будет приходить новое уведомление. Пока-пока. 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 Пока, я пока-пока. С праздником вас всех, Николай.